Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня мы сделаем с вами вот такую царевну-лягушку. Для этого нам понадобится бумажный стаканчик, который я заранее выкрасила в зеленый цвет, заготовки из бумаги и картона, двусторонний скотч, маркер и клей-карандаш. Для начала возьмем бумажный стаканчик, заготовку короны. С помощью двухстороннего скотча мы приклеиваем корону к лягушке. Вот так. Теперь сделаем глаза. Отставим пока стаканчик. Я сделала заготовки из зеленой бумаги и белой. Мы их соединяем. Сделаем большие глаза, чтобы лягушка видела мир шире и ярче. С помощью маркера делаем зрачки. И приклеиваем к стакану. Один глаз. И второй. Не стараемся делать сильно близко их друг к другу, чтобы была видна корона. Теперь я беру заготовку из красной цветной бумаги и сделаем нашей лягушке рот. Снова возьмем маркер и нарисуем ей широкую улыбку. Так. Осталось при помощи клея приклеить наш стаканчик к основанию. Смазываем клеем стакан. Прижимаем. Осталась самая-самая малость. Это сделать лапки. Снова берем наш маркер и вот такими легкими и простыми движениями рисуем лапки. Вот такая принцесса-лягушка у меня получилась. А я надеюсь, что у вас получится еще лучше. Я буду ждать вас на следующем занятии. До свидания, ребята!